Меня спросили об израильском гимне. Что это за вечный плач, если у евреев давно есть свое государство? Отвечаю, это не плач. Гимн Израиля уникален, как уникальна история еврейского народа, неотделимая от тысячелетий изгнания, притеснений, погромов и Холокоста. Вся история евреев – это надежда на возвращение на историческую родину, к стенам Иерусалима. Гимн Израиля, который так и называется «Надежда», не был написан как официальная музыкальная тема еврейского государства. Эта песня создана еще в конце 19 века, когда Израиль был далекой мечтой, и получила в еврейской среде немалую популярность. Именно эту песню решили выбрать гимном страны, поэтому она лишена всех этих бравурных, хвастливых фанфар, которые характерны для большинства официальных гимнов. Израильский гимн – это дань уважения нашим предкам, положившим жизнь ради того, чтобы построить и отстоять убежище для всех евреев планеты. Исполняя его, мы не плачем, а вспоминаем историю народа, которая и привела нас сюда, на собственную землю, которую мы не оставим уже никогда. Подписывайтесь на этот канал, чтобы узнавать об Израиле много интересного. Помните, что каждый лайк помогает продвигать видео.